Да вообще не надо никогда играть. Надо всегда быть самим собой. Как бы я же все равно остаюсь собой всегда. Ну, на какой-то процент. И какой-то процент это будет процент персонажа. То есть если я полностью в него перевоплощусь, то ну, могу попасть в сумасшедший дом. Я, наверное, никогда не выйду из него. Ну, из этого персонажа. А как бы все равно должна оставаться какая-то часть тебя. Атмосфера театра, атмосфера коллектива. Это всегда очень важно. Чем как бы теплее атмосфера, тем интереснее творить. Атмосферу создаем все мы вокруг. Я просто знаю, что я могу на них положиться, на этот коллектив. Потому что они мне друзья. Не только коллеги, но и друзья. Я знаю, что, например, наш руководитель Алла Генриховна, что она понимает меня как и человека, и как актера, и не только как директор, но и как коллега, как актер же. То есть для меня, например, это очень важно. То есть когда не просто сухая бюрократия какая-то там, вот нужно прийти там во столько, нужно там сыграть это. То есть она сама через это проходит, и поэтому как бы она меня понимает.